Как вас зовут? Зоя. Сколько вам лет? 71. 71 год. Почему приходите за помощью, за нашей? Потому что нужда заставляет. Короночка, рона. Нужда заставляет. А что? Семья большая, дети, инвалиды все. Угу. Насколько вам... Инвалиды второй группы. Насколько вам каша, хлебушка хватает? Хлебушка на неделю, на целую, вот. Я, правда, не часто брала, только третий раз я беру. Третий раз, ага. А как храните? У морозилки. В морозилке? По пакетикам у морозилку достала, разморозилась. Я понял. Не пробовали еще пирожков делать никаких? Мне нельзя, детка. У меня сахарный диабет. 21,5 сахар. Если война закончится, как вы думаете, помощь нужна? Мы заживем. Я знаю, не знаю. Мы-то должны дожить. Еще молодые. Нам уже так будет. Дай Бог, чтобы дожить. Хорошо. Волонтерам, благотворительным что-то передадите. Спасибо большое. Желаю им здоровья, семейное благополучие. И деткам всем дай Бог здоровья. А сколько вам лет? 71. 71. Ага. Дай Бог вам тоже здоровья, бабушка. Счастливо. Все, всего доброго. Нам уже так будет. Будет все хорошо. Спасибо. Вот наша раздача. Сегодня китри, рис горохом. 2 по 60, это ДК Абакумова. 2, вернее, 2 по 30 и 60 хлебушка. Когда следующий праздник будет, бананы Бананы будут скоро, да.